К другим новостям. День открытых дверей прошел в холдинге «Вертолеты России» в Томилине. Гостями стали студенты технических вузов, учащиеся школ, представители Люберецкой администрации и многие другие. А кульминационным моментом праздника стали показательные полеты вертолетов российского производства. На один день закрытый для посещения холдинг «Вертолеты России» распахнул двери для всех желающих стать ближе к российской авиации и воочию увидеть то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Например, музей Московского вертолетного завода имени Миля, легендарного советского авиаконструктора. Там собраны модели созданных им вертолетов, чертежи, фотографии, грамоты. Помимо этого, гостям праздника представился уникальный шанс побывать еще в одном музее. Это легендарный В-12, самый тяжелый и грузоподъемный вертолет из когда-либо созданных в мире. 27 июня 1967 года, то есть почти 50 лет назад, этот вертолет поднялся в воздух. А спустя почти два года экипаж легендарного В-12 установил мировой рекорд, подняв на высоту 2250 метров груз весом в 40 204 килограмма. Кстати, этот рекорд не побит и до сих пор. Сейчас В-12 уже не летает, он превращен в музей, но по сей день остается жемчужиной российской авиации. Почувствовать себя настоящими пилотами и посидеть внутри кабины вертолетов гости праздника могли на статической стоянке, где специально для них были открыты некоторые экспонаты. Ну, здесь я увидел много вертолетов, они, ну, такие большие, прям, ну, впервые вижу, так, прям, вблизи. Больше всего впечатлил В-12, это самый грузоподъемный вертолет, с двумя винтами, он даже как самолет больше выглядит, с крыльями, и там винты крепятся на крылья. Но самым ярким впечатлением, безусловно, стали полеты по плану летно-испытательного комплекса. Гости праздника увидели Ми-38. Это новая машина, транспортно-пассажирский вертолет. И Ми-8 – советский, российский многоцелевой вертолет. Мероприятие посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Я думаю, что люберцам, ну, предельно повезло. Повезло того, что в свое время первый вертолет в России взлетел с люберецкой земли. Это был 1929 год. Повезло потому, что две мощнейшие школы вертолетостроения именно на Люберецкой земле, Камова и Миля. Всех гостей праздника ждал концерт и угощение от организаторов. В этом году день открытых дверей в холдинге приурочен к юбилею Московского вертолетного завода имени Миля. В декабре ему исполняется 70 лет. Мария Лапычева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.